Здесь дети очень хорошо себя ведут. Ну ты что-нибудь поделал хоть? Ну сделай что-нибудь. Что? Не выключай. Да я просто его взяла в руки. Покажи. Ты этот видос? Да. Себе в Инстаграм? Вот мою идею воруешь. Жопа, ты идею мою воруешь. Вот так вот, да, значит, плагиатят мои видосики. Второй. Второй. Жопа жопный. Ну, на самом деле это приятно. Значит, я что-то прикольное придумала. Ну, удалю его. Себе загружу и удалю. Ты что, офигел? Мне муха в глаз залетела. Ходить покажу. Магазин на дне — это магазин при Жигулевском пивоваренном заводе. И посмотрите на эту очередь, которая образовывается за пивом. Настоящим, свежим. Жрет. Жрет и жрет. Да ты постоянно меня снимаешь, когда я жру. А ты постоянно больше жрешь. Надо было меня снимать, когда я гуляю. Она даже когда гуляет, жрет. А в дыньке ничего не будет. А потом ночью встает и писит, и писается. Ну все, ты Леонтьев теперь. У него такие же кучерявые волосы. Да? Ну покажись, блин. Ну ты не хочешь показываться. Потряси головой, как рокер. И туда, вперед, назад. Ну потряси. А нет. Не могу. А что ты не хочешь трясти? Давай. Ты. Я все думал, когда ты придешь. Уши гнома. Ясно, сначала твоя колонка, он опять делился магией, и то, что он прячет в этой... Доброе утро, время 6 часов, и я иду на католический костел. Мы сегодня уже уезжаем, у нас автобус в 3 часа дня. Очень многие красивые здания остались за кадром по каким-то техническим причинам, по причинам настроения. Но одно здание не оставило меня равнодушным. Это католический костел. Я сейчас приду и вам его покажу. Он очень красивый. Он очень завораживающий. Мы хотели снять его вчера, но не получилось его снять вчера. Сейчас я хочу его снять на коптер. Церковь открывается в 9 часов утра. И я хочу прийти в номер, потом разбудить Сережу, собрать вещи. И очень хочу попасть вовнутрь, там очень красиво. Вообще, он реально заставил меня проснуться в 5 утра и пойти его снимать на видео. Но это просто мистика какая-то.
снимать их нет. Малиновый закат. И что-то там. О, мышка. Малиновый закат стекает по стене. В тех гуманных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Только